Всем привет! Вы на канале Булочка ТВ. Сейчас время обеда, и если вы задаетесь вопросом, а что же приготовить, с меня рецепт. Оставайтесь с нами. Булочка ТВ. А готовить мы с вами будем очень вкусное блюдо – капусту тушеную с овощами и мясом. Для этого блюда вам понадобится кочан капусты, 2 морковки, 2 луковицы, килограмм мяса, желательно грудинка, растительное масло, сливочное масло, соль, перец и еще бульон. Для начала нам нужно нарезать лук, натереть морковь и обжарить их до золотистого цвета на растительном масле. После обжаренный лук с морковью перекладываем в кастрюлю и накрываем крышкой. На этой же сковороде, где обжаривали лук с морковью, растапливаем кусочек сливочного масла и обжариваем мясо, нарезанное на кусочки. Уже к обжаренному мясу добавляем стакан бульона, желательно грибного, и закрываем сковороду крышкой. Оставляем томиться на маленьком огне примерно 45-50 минут. Тем временем мелко нарезаем капусту и выкладываем ее на сковороду. Нам нужно ее обжарить на небольшом количестве масла. Не забывайте капусту периодически помешивать. К капусте добавляем немного соли, немного черного перца и перемешиваем. Обжаренную капусту выкладываем в кастрюлю к моркови и луку. Сюда же добавляем уже готовое мясо. Все перемешиваем, добавляем кусочек сливочного масла, также, если необходимо, соль, перец. И закрываем крышкой, ставим на медленный огонь, потомится минут на 20. Ну вот и все, капуста готова, это очень вкусно, это очень сытно, сверху ее можно посыпать измельченной петрушкой. Готовьте обязательно, я думаю, вам и вашим близким такое блюдо понравится. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк, напишите комментарий, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обнимаю вас и желаю всем мира, добра и спокойствия. До новых встреч! Всем пока!